Шалом, шаббат шалом, шаббат шалом. Встреча субботы сегодня. Ну и произношу традиционное и не совсем традиционное благословение. Благословен Бог наш, давший нам плод виноградной лозы. Благодарю Бога за лозу земную, но наипаче благодарю Бога за лозу небесную. Да, за лозу небесную, потому что действительно Спаситель наш, Иешуа Машиах, Иисус Христос, Он является великой-великой лозой небесной. Анна, да, интернет у нас слабый, но сколько Бог позволит, буду с вами. Да, Анна, не переживайте. Да, приветствую, какая тема сегодня, Максим пишет. Запись ведется, поэтому, когда, значит, если интернет прерывается, не расстраивайтесь. Будьте в мире, в покое, в радости. Вот, значит, самое главное. Вот, и знаете, что запись ведется, поэтому чуть позже, уже на неделе, я все постараюсь выставить уже. Уже в понедельник, я думаю, что уже смогу все выставить в интернете. Шаббат шалом. Тема шаббата. Но вообще, вот если брать, ну, такие исторические темы, древние темы, то первая суббота после 9 ава, то бишь вот сейчас, да, это суббота, первая суббота после вот воспоминания вот этих трагедий, разрушений храма, первого храма, второго храма, Лия Адонай, Аллилуйя, благословений. Так вот, и темой этого шаббата спокон веков было утешение. «Утешайте, утешайте народ мой», Господь говорит. И, в общем-то, это удивительно, но шаббат, суббота, это, она так и называется в традиции еврейской, древней народной традиции и религиозной традиции, она называется суббота утешения. Суббота утешения. Вот, так что, Менахем, да, кстати, даже месяц Ав, после уже завершения 9 ава принято даже, ну, в благочестивой традиции такой еврейской, народной, опять-таки, и религиозной тоже. Многие люди, верующие, да, вот они, завершая письма в переписках, допустим, в эти дни, они потом подписывают не просто месяц Ав, а месяц Ав утешения или утешитель. Аллилуйя, спасибо тебе, Господь, за утешение. Да, ну а для нас, новозаветных верующих, самым великим утешением является то, что храм Божий святой продолжает созидаться, дамы и господа. Уже третий храм, два тысячелетия, ну если быть точнее, 1989 лет продолжается это строительство, почти два тысячелетия. Из живых камней, на основании апостолов и пророков, имея краеугольным камнем самого Иисуса Христа, созидается весь храм святой в Господе. Спасибо тебе, Господь. Вот, ну а темой непосредственно вот в нашей архиепископии, я сейчас передаю привет с Киева, я сейчас в Киеве нахожусь, в нашей церкви. Вот, наконец-то я снова здесь, да. Максим пишет, аминь пишет, аллилуйя. Вот я вижу сейчас сообщение, да, вот, а то я не видел, только лишь вот осколочками такими. Так, теперь полностью вижу сообщение. Максим пишет, аминь, да, значит, так вот, и нашей архиепископии этот шаббат, он особенный тем, что он предсоборный шаббат. Мы входим сейчас в покой, в этот субботний покой, и пребываем в этом покое Господнем эту субботу. А уже после завершения этого покоя субботнего, уже в первый день недели, в воскресенье, в гражданском календаре понедельник, а в церковном, в религиозном и в библейском календаре это воскресенье. «Да придет Царство Небесное продолжает расширяться», Максим пишет. Аллилуйя. Аллилуйя, да. И будет собор в воскресенье, поэтому те зрители, слушатели, кто сейчас подключается, кто будет в Киеве в воскресенье, то добро пожаловать.
на собор. Это будет в Киеве, в центре города, станция метро Кловская, улица Леонида Первомайского, 6, с 9 утра, начало литургии и собора. Я постараюсь сделать тоже трансляции, чтобы можно было участвовать всем вам также. Слава Богу! Спасибо, Господи, спасибо, спасибо. Здесь сварил себе такой компотик, вот, и у меня вот кружка с моей семьей. Шаббат шалом, семья! Шаббат шалом! Шаббат шалом, шаббат шалом, шаббат, 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 шаббат шалом. Вот, и, друзья, а вообще сегодня завершается, вот последние, как говорится, минуты, 15 ава, полнолуние, 15 сегодня число, ну, завершение уже числа этого, 15 ава. Это день Туби Ав, это полнолуние ава месяца, это праздник любви и возлюбленных. Поэтому сегодня шаббат, это еще и шаббат любви. Шаббат не только утешения, но и шаббат любви, шаббат любовников, шаббат любящих сердец. Поэтому вначале, может, споем вместе, да? Подпевайте, друзья. Мой возлюбленный прекрасен, краше тысячи других. Вид его подобен кедру на подножьях золотых. Вот он идет, Господь грядет, Царь возлюбленный грядет. Вот он идет, Бог мой грядет, мой возлюбленный грядет. Мой возлюбленный стучится, отвори, сестра моя. Время пения настало, голубица чистая. Вот он идет, Господь грядет, Царь возлюбленный грядет. Вот он идет, Бог мой грядет, Царь возлюбленный грядет. Гряди, Господи Иисусе, возвращайся, Господь, слава Тебе, слава Тебе и хвала, слава, 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 аллилуйя, слава. Аллилуйя, слава, аллилуйя, аллилуйя. Спасибо, Господи, за этот шаббат, за вот уже через некоторые минуты начинающийся новый день. Встречаем субботу Господню, встречаем день Твой, Господь. Ты грядешь, Господь, и Ты прекрасен, возлюбленный наш. Слава Тебе и хвала. И сейчас, вот я уже свечи зажег, в общем-то, ну, де юре это уже объявление, по сути, для меня это как объявление начала шаббата, субботнего дня. Поэтому я молюсь и благословляю всемогущего Бога, повелевшего, благословляю имя Его, благословен Бог наш, давший нам шаббат, субботу, день святой свой, и повелевший вот, возжигать эти светильники, да, и встречать этот день, торжествовать, входить в этот покой. Слава Тебе! Благословен Бог наш, Царь всей вселенной! Благословен Господь! Аллилуйя!
Спасибо, Господи, спасибо, спасибо. Спасибо тебе, Господь, спасибо, 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 спасибо. Спасибо, спасибо, спасибо. Благословен ты, Бог, наш, давший нам хлеб из земли. Но самое важное, самое ценное – хлеб с небес. Иисуса Христа, Иешуа Машиаха. Благословен ты, Бог наш, давший нам плод виноградной лозы. Благодарю тебя за лозу земную, но наипаче благодарю тебя за лозу небесную, которая есть сам Машиах, сам Христос Иисус, Иешуа, отдавший жизнь свою, кровь свою за нас, и ранами его мы исцелены. Спасибо, Господи, за этот шаббат утешения, субботу утешения, субботу любви. Слава тебе, Господь. Аминь. Спасибо, Господи, спасибо. Спасибо. Спасибо, Господь, спасибо. Лехаем за жизнь. За жизнь мира ты отдал свою жизнь. Благословен Господь. Благословен Бог наш. Аминь. Аминь. Шаббат шалом, друзья. Шаббат шалом, субботний мир, мир всем, и благодать да умножится в познании Господа нашего, Иешуа Машиаха, Иисуса Христа, того, кто есть действительно, является светом, он является светом, просвещающим всякого человека, приходящего в этот мир, он есть свет, просвещающий все народы, все племена. И Он есть слава народа своего Израиля. Спасибо, Господи, спасибо. Спасибо. Аллилуйя, аллилуйя. Слава Тебе, Господь, слава Тебе. Слава Тебе, слава Тебе и хвала. Аллилуйя. Шаббат шалом, друзья. Шаббат шалом. Шаббат шалом. Шаббат шалом. Шаббат, 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 шаббат шалом. Он является покоем. Аминь, аминь. Он есть Господин субботы. Встречаем Господина субботы. Шаббат шалом, шаббат шалом. Субботний мир, Господний мир. Шаббат, 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 шаббат шалом. Шаббат шалом, шаббат шалом. Шаббат, 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 шаббат шалом. Субботний мир, Господний мир. Шаббат, 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 шаббат шалом. Шаббат, 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 шаббат шалом. Шаббат, 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 шаббат шалом. Шаббат, шалом, шаббат, шалом. Шаббат, 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 шаббат шалом.
Субботний мир, Господний мир, Шаббат, 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 Шалом. О, Давину, хай, наш Отец живой, о, Давину, Авину Малкейну, Шеба Шамаим, Отец наш и Бог наш и Царь наш, живущий на небесах. О, Давину, о, Давину, а от Авину хай, ам Израиль хай, народ Израиля жив, ам Израиль, ам Израиль, ам Израиль хай, от Авину, хай. Ам Израиль, ам Израиль, ам Израиль хай. Хай. Эйвейну шалом алейхем. Эйвейну шалом алейхем. Эйвейну шалом алейхем. Эйвейну шалом, шалом, шалом алейхем. Шалом, шалом, Иерусалим, мир Господний тебе, Иерусалим, благоставляю Израиль, благоставляю возрожденное еврейское государство, благоставляю столицу Израиля, город Иерусалим, вечный город, город великого царя. Шаббат, шалом, Иерусалим. Шаббат шалом, Иерусалим. Шалом, шалом, Иерусалим. Шаббат шалом. Шаббат шалом, Иерусалим. Аллилуйя. Шаббат шалом. Шаббат шалом. Шаббат, 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 шалом. Шаббат, шалом. Шаббат, шалом. Шаббат, 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 шалом. Шаббат, шалом, Господь, Бог всемогущий. Шаббат, шалом, друзья, братья, сестры. Все, кто подключился, подключается. Роман, слава Иисусу Христу, пастор Сергей. Вітаю вас в Україні, давно вас не було, да, слава Богу, вот зараз в Україні, в Києві, слава Богу. Кстати, вот перед эфиром успел пообщаться еще с братьями со Львова, с Владимиром, если вот с братом Владимиром, если вот сейчас меня слышишь, Владимир, Марина, привет огромный вам, благоставляю вас и плод чрева, да, значит, дитя, которое должно родиться, благоставляю во имя Иисуса Христа, во имя Господне. Аллилуйя. Благоставляю всех вас, возлюбленные друзья. Но благоставляю сейчас свою семью, благоставляю супругу свою драгоценную, Инну Сергеевну, благоставляю детишек наших, Анастасию и Николая, Серафима и Татьяну, Сережу и Инну. Благоставляю зятя нашего, внуков наших, благоставляю котов наших, всех наших благоставляю, короче. С Киева примите благословение сегодня, сейчас, во имя Господне, во имя Иисуса Христа. Аллилуйя, аллилуйя. Благоставляю всех, кто подключился, подключался, во имя Господне. Пою благословение сейчас, благословение священников, вот, благословение на вас, на детей ваших и на все ваше. Во имя Господне, пребывайте в мире, входите в этот покой сейчас и пребывайте в нем. Пребываем в Господе, погружаемся в Него и пропитываемся им, нашим возлюбленным. Аллилуйя! Спасибо тебе, Господь, спасибо. В сердце только ты один живешь. Мой родной и самый драгоценный,
Знаю, скоро ты за мной придешь, придешь, Господин и Царь над всей вселенной. Господин и Царь над всей вселенной. В сердце только ты один живешь, мой родной и самый драгоценный. Знаю, скоро ты за мной придешь, грядешь, Господин и Царь над всей вселенной. Господин и Царь над всей вселенной. Только ты один для меня, и нет иного, только ты один, и я тебе, Господь, принадлежу. Только ты один для меня, и нет другого, только ты один. И я тебе, мой Бог, принадлежу. Только ты один для меня, и нет другого, только ты один, и я тебе, Господь, принадлежу. В сердце только ты один живешь, мой родной и самый драгоценный. Знаю, скоро ты за мной придешь, придешь, Господин и Царь над всей вселенной. Господин и Царь над всей вселенной. Только ты один для меня, и нет другого, только ты один, и я тебе, Господь, принадлежу. Только ты один для меня, и нет иного, только ты один, и я тебе, мой Бог, принадлежу. Благословен Господь, Бог наш, Царь всей вселенной, Отец наш, Искупитель наш, живой Бог богов, Господь господствующих, Царь царей. Ты Альфа и Омега, и начало, и конец, и первый, и последний. Ты Господин Шаббата, Господин Субботы,
освещающий свой день. Боже всемогущий, благодарю Тебя. Свет Твой просвещает всех. Слава Тебе! Благодарю Тебя за тот первый шаббат, за ту первую субботу, заповедь, о которой Ты дал еще в раю. За ту первую субботу благодарю Тебя. 5779, почти 80 лет тому назад, которую Ты совершил, Боже наш, с нашими пращурами, с Адамом и Евой, с нашими прародителями. Благодарю Тебя, Господь, за ту первую субботу, память о которой мы храним, перечитывая это в Библии, размышляя об этом, Боже, восхищаемся Тобой. Благодарю Тебя, Господь, за то, что, запустив механизм времени, создав это временное измерение, этот тварный мир Твой, все видимое и невидимое, все Ты сотворил, Боже мой. И в этом механизме времени, в этом потоке временном, в котором мы живем, люди, Боже, и все творение земное, Ты дал напоминание о себе, поставив как некий памятник своему творению, памятник Творцу, это шаббат, это суббота. Спасибо Тебе, Господь. Благодарю Тебя, что и при втором пришествии Сына Твоего, Господа Спасителя нашего, Иисуса Христа, при тысячелетнем царстве государстве на нашей земле, Боже, святость субботнего дня вновь засияет, вновь возродится, и с субботы в субботу мы будем приходить на поклонение Тебе, Господь Саваоф. Слава Тебе! Благодарю Тебя также за то, что Ты вывел нас из Египта, из рабства египетского 3331 год назад. И заповедь о субботе стала де юре заповедью нашей. Слава Тебе, Господь! Слава Тебе, Боже Всемогущий! Благодарю Тебя за все и благословляю великое имя Твое. Шаббат шалом! Мой Бог и Царь, шаббат шалом, моя семья, шаббат шалом, дети Божьи, всех вас благословляю во имя Господне, благословляю Иерусалим, столицу возрожденного еврейского государства. 71 год назад возродился Израиль, и это чудо геополитическое нашего времени. О, спасибо Тебе, Господь! Напоминание всем людям на свете, что Божье обетование, что Божье Слово, оно пребывает вовек. Оно вечно, оно истинно, и оно исполняется, и исполняет то, ради чего оно послано. Спасибо Тебе, Господь! Благословляю Израиль, благословляю всех вас, возлюбленные братья, сестры. Да благословит тебя Господь и сохранит тебя. Да призрит на тебя Господь светлым лицом своим и помилует тебя. Да обратит Господь лицо свое на тебя и даст тебе мир. Аллилуйя, 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 аллилуйя. Люблю покрываться молитвенным покрывалом этим, талисом, талитом. И пою сейчас это благословение.
на языке Господа нашего. Еверехеха Адонай ве ишмареха Яхер Адонай панав элейха вильху лекха Иса Адонай панав элейха ве яселеха шалом. Бешем Иешуа Гамашиах, Иешуа Машихейну, во имя Иисуса Христа, Спасителя. И ни в ком другом нет спасения, дамы и господа, братья и сестры, ибо нет другого имени под небом, данного нам, людям, которым надлежало бы нам спастись, которым спасены мы, которым спасаемся. Слава Иисусу Христу, навеки слава Богу Святому. Аминь. Благословен Бог наш, давший нам шаббат. Входим в этот шаббат, радуемся, восхищаемся Богом, пропитываемся Его любовью. И вот с вечера до вечера продолжается это празднество, Господний праздник. Каждую неделю мы празднуем этот праздник, и каждый раз это восхитительно, это удивительно. Шаббат шалом, шаббат шалом. Да, друзья, а в 6 утра подключайтесь. Постараюсь тоже включиться как раз в 6 утра. Это будет трансляция с утренней уже молитвы. Вот. Шаббат шалом, шаббат шалом. Вот, и потом в 6 часов вечера будем завершать шаббат. Но о завершении рано говорить. Поглубже нырнем сейчас в эту благодать, дарованную нам, людям. Шаббат шалом, шаббат шалом.